Это любовь к тому месту, где ты находишься, где ты живешь. Опять же, где действительно за то место, за которое ты готов все отдать. Всего себя готов отдать, чтобы только сохранить и чтобы там было все благополучно. Поэтому я считаю, что патриотизм должен воспитываться, и мы должны своим примером показывать молодежи, что есть такое. Что ни в коем случае, чтобы не было, что вроде мы говорим так, а поступаем совсем по-другому. То есть поэтому мы должны своим примером показывать то, насколько мы любим свою страну, то, насколько мы помним тех людей, которые нам даровали мирное небо не только 9 мая, но каждый день.